здравствуйте. Мы не займем у вас больше минуты. Несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот современная молодежь большую часть свободного времени любит, при наличии, конечно, денежных средств, проводить в кабаках, во всяких питейных заведениях. Что вы об этом думаете? Ваше мнение? Разжирели, суки, совсем. Жир надо сжигать вот здесь. Вот оно, железо. Что бы вы могли пожелать ребятам, которые только начали употреблять наркотики, но пока что сильно не втянулись? Как им избавиться от этого недуга? Перед ломкой два подхода, нажим лежа. Больше давать детям физику, алгебру, геометрию в школе, больше часов этому уделять, или физической культуре? Что важнее? Только уроки труда, только хардкор. А вот это вот что за снаряд? Как этим пользоваться? Желтый цилиндр скользит по двум направляющим. Мы оттягиваем цилиндр за переднюю часть назад, срабатывает пружина, и цилиндр как снаряд летит на балкон вот того белого дома. Знаете, есть ребята, которые предпочитают пить алкогольные напитки такой степени крепости, что они аж горят. Вот как вы к этим людям относитесь? Крепкий алкоголь 51%. Подходит для розжига. Ура! Ура! Ребята, ходите в тренажерный зал и подожгите свои напитки, раз они горят.